Всем доброе утро, дорогие друзья. Вот сегодня тоже в городе. Все дело в том, что мне нужно было сходить в больницу и взять направление к пульменологу. Там свои такие вот мини-проблемки есть, скажем так. Их нужно решить перед своим университетом, потому что если я уже не решу и пойду в университет, то тогда уже начнутся проблемы. Вы же знаете, как это как к зубному пойти. Нужно идти, чтобы обследовали, чтобы сказали, что окей, все, не окей, все, нужно ли что-то делать или нет. И сегодня, кстати, такая пасмурная довольно-таки погода, поэтому я уже все сделал, иду в Союз. Кстати, пока уже шел к Союзу, то для вас заснял такой небольшой отрывочек нашей погоды, скажем так. Она у нас сейчас такая пасмурная. Ну как, не совсем пасмурная. Где-то есть синее небо, где-то белое облако, где-то вообще серое облако. Доброе утро, дорогие друзья. И сегодня я вновь выбрался в парк, наконец. Не в больницу, как это было вчера или позавчера, а уже нормально в парк. Прогуляться, подышать свежим воздухом. Сегодня погода просто супер. Она абсолютно не пасмурная. Тут чистейшее голубое небо, красивое. И можно спокойно погулять, спокойно подышать свежим воздухом. И тогда, это получается, я соединю два влога. Потому что вчера материала было особо мало. Да, и есть такая вот одна важная новость. Когда у меня уже будет на канале 500 подписчиков, то я планирую передать, скажем так, привет своим самым таким вот активным подписчикам. И я-то хочу выразить свою благодарность, потому что, думаю, от этого будет приятнее, потому что я снимаю видео, стараюсь, вы их смотрите, комментируете, и это будет такая моя благодарность. Что же, вот я уже наконец и дома, и получается, что на улице стоит просто дичайшая жара. И вообще, если честно, хотел с вами немного поговорить. А теперь расскажу вам вообще о нашей системе в больницах в целом. Дело в том, что чтобы попасть к любому специалисту вообще, нужно сперва записаться на прием к своему семейному врачу. И только тогда, когда вы уже все со своим врачом обговорите, расскажете всю ситуацию, что вас беспокоит, кому вам нужно, какому специалисту, то тогда этот семейный врач уже выписывает, скажем так, направление. Направление к нужному вам специалисту, и только тогда вы уже вместе с этим направлением можете пойти
ну, к тому, кому вам нужно, скажем так, чтобы не повторяться. Да, и вот такая вот у нас система. И получается, что если этого направления нету, то там уже нужно будет давать деньги. Уже за деньги можно будет идти на прием к врачу. А так, много чего уже, конечно, поменялось за все это время. К примеру, анализы, точнее, результаты анализов уже находятся у семейного врача. То есть все анализы у этого врача. А раньше были в кабинетах, и нужно было идти и забрать эти результаты самостоятельно. Сейчас это поменяли. Единственное, уже на руки выдают результаты кардиограммы, результаты спирометрии. Если что, спирометрия – это проверка легких. Вот, к примеру, если у человека астма или заболевание легких, то они делают спирометрию. И спирометрия показывает, в каком состоянии ваши легкие и как они работают вообще в целом. И да, поэтому вот это все я вам хотел рассказать, чтобы вы тоже вообще понимали, как у нас это все работает. А то я все про больницу говорю, а не объясняю, что да как у нас там. И вот, как бы, ну, с одной стороны, что-то стало удобнее, а что-то стало в новинку, к примеру. И еще ко всему хочу сказать, что я очень и очень рад, что у нас получился с вами сегодня такой вот мини-теплый разговор, потому что не всегда удается вот так вот сесть спокойненько, поговорить за долгое время, скажем так. И хочу сказать, что опять-таки ничего страшного. Если в эти дни материала не очень-то много, то в следующий раз будет материала уже явно больше, потому что много чего интересного намечается, много чего интересного будет, я все засниму, с вами обязательно поделюсь. И поэтому хочу сказать вам огромное спасибо за то, что остаетесь со мной, за то, что смотрите мои видео, за то, что поддерживаете меня, оставляете комментарии, ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам за это очень и очень благодарен. И опять-таки, как я еще говорил сегодня днем, я буду очень рад, когда придет та возможность, когда я смогу вам всем выразить свою благодарность, передать вам привет, сказать парочку теплых слов от души и вообще сказать, что я рад, что вы у меня есть. Поэтому всем до новой встречи и всем пока-пока.